Всем привет! С вами проект Елабужского института КФУ Stud Life. С новостями этой недели познакомлю вас я, Нургалиева Арина. На этой неделе состоялся конкурс стихотворений, посвященный Дню воинской славы, а также открытие соревнований по робототехнике. Также проходила выставка Музея истории Елабужского института КФУ на тему «История новогодней игрушки». Что нового произошло в жизни преподавателей и студентов, узнаем с вами прямо сейчас. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что интересного произошло у вас на этой неделе. Здравствуйте, у нас в группе провели мероприятие «Тайна Санты», и нам подарили книги, которые мы очень хотели прочитать. А я купила iPhone, через 4 дня разбила стекло на нем. Дарья, я вам очень сожалею. Ну, мне кажется, самое интересное, что произошло на этой неделе, то, что все-таки все поняли то, что началась сессия, и, знаете, мне кажется, в каждой группе началось что-то. Голодные игры объявляю открытыми, просто ты смотришь на этих людей, люди, что вы творите. И что еще самое интересное? Естественно, люли от научного руководителя. Люли от научного руководителя — единственное, что двигает вашу науку и курсовую вперед. Скоро Новый год, а это время новогодних подарков. Я обожаю дарить подарки и в этом году участвую в трех тайных Сантах, одним из которых является тайна Санта между городами. То есть я отправляю подарок в другой город, и мне тоже приходит подарок из другого города. На этой неделе я наконец-то собрала и отправила свою посылку. Надеюсь, она придет в целости и сохранности и осчастливит моего получателя. На этой неделе мы готовились к соревнованиям городским. Сегодня будет проводиться чемпионат КФУ по боксу в манеже. Кто хочет участвовать, принять участие в этих соревнованиях, приглашаем. А также поболеть за наших студентов, кто выступает на этих соревнованиях. Вот сколько интересных событий произошло на этой неделе в Елабужском институте КФУ. До скорых встреч! Здравствуйте! Я тебе говорю. На этой неделе у нас произошло мероприятие «Тайны Санты». У нас в группе... Это нормально? Так и должно быть. И нам подарили книжки, которые нам очень нравятся. Не, можно заново?